Доставка сладостей. Милый, ты готов скушать свою пироженку? Сколько это может продолжаться? Это что такое? Филипп Вольфович, что вы себе... Что-то вы безобразите по ночам. Я профессор, порядочный человек, а я староста дома. Я не позволю вам, чтобы всякие, прости господи, не шлялись тут по ночам. Филипп Вольфович. Виктор Игоревич, вы в курсе, сколько статей Трудового кодекса вы сейчас нарушаете? Точно не скажу. Я больше по уголовным. Что вам опять от меня надо? Я 2 часа назад вернулась в Москву. Вы обещали отсыпнуть. Я в курсе. Но у нас форс-мажор. Через 30 минут ты должна сесть на поезд в Ярославль. На вокзал я отвезу. Я не поеду. Найдите кого-нибудь другого. Поедешь. Это потому, что у меня нет семьи? Беляева. Это потому, что ты единственная, кому я могу доверить это дело. А оно очень щекотливое, и надо сделать все по-тихому. Полковник Коновалов найден мертвым в Ярославле? Это наш Коновалов? Зубы хоть почистить успели? Только быстро. Доброе утро, подписчики! Я нахожусь у знаменитого дома «Церковь», десятки жильцов которого в 30-е годы 20 века были убиты кровавыми руками НКВД. Сегодня здесь снова видели призрак. Но в этот раз это был не дух жертвы репрессий, нет. Это был призрак кареты Берона. Да-да, вы не ослышались, именно так. Не верите? У меня есть живой свидетель событий сегодняшней ночи. Тамара Ивановна, вам слово. Да, я видела ее. Снимать ничего нельзя. Как проехать? Ну вот, вы все слышали сами. Что это? Следственный комитет? Что здесь произошло? Неужели убийство? В этом доме? Можно мне понятым? Вам нельзя. Слушай, лейтенант, а что у тебя за непорядок здесь такой? Виноват, товарищ майор. А вы, гражданчик, кстати, как раз подойдете нам в качестве понятой. Паспорт у вас с собой? Да. Пройдемте. Пошли. Понятые, прошу внимания. Елятина Грач, это майор Трунов. В вашем присутствии мы будем проводить осмотр квартиры и осмотр тела. Ваша задача – следить за нашими действиями, гарантировать правильность. Все понятно? Да, правильно. Эх, Эдик, как же тебя угораздило-то? Я слышал, вы вместе с ним работали? 3 года, пока его в Москву не сманили. О, а вот и Москва. Майор Трунов, слушаю. Да, да. Что? Кто? Почему? Да. Да нет, никаких возражений. Понял, встретим. Чё там? Никит, бери машину, иду на вокзал. Встретишь капитана Викторию Беляеву, нового руководителя нашей следственной группы. В смысле, а вы? Москва решила своего человека послать. Мы теперь тут фоном будем. Ладно. Ладно. Поселишь её в отель, чтоб не мешалось. Thank you.
Капитан Виктория Беляева. Лейтенант Грач, добро пожаловать в Ярославль. Мне вас в гостиницу велено отвезти. Подождите, какая гостиница? Едем на место преступления. Эксперты работают, отчеты, фотографии, все будет. Так, труп еще в квартире? Ну да. Значит, едем туда. Быстро. Соседка услышала, как бухнула дверь в квартиру Любомирова. Ну, это там, где труп нашли. Увидела, как из квартиры выбежала проститутка. Ну, спустилась вниз, чтобы высказать недовольство Любомирову, и обнаружила труп полковника Коновалова. Виктория Александровна, вы меня слушаете? А, да. Гражданин Любомиров, под протокол. Мы проводим опознание трупа, найденного в вашей квартире. Прошу вас. Вам знаком этот человек? Красный чулок. Мне плохо. Я не могу это смотреть. Подождите, подождите, подождите. Вы знаете, кто этот человек? Эдик Коновалов. Извините. А что вы сказали про красный чулок? Я не расслышал. Недавно вышла моя книга о самых мрачных и кровавых легендах Ярославля. Сегодня презентация. В нашем доме, к примеру, жил чекист, который застал жену с любовником. Его он расстрелял, а ее задушил красным чулком. Как будто ожили страницы с картинками из моей книги. Понятно. А почему полковник Коновалов остановился у вас, а не в отеле? Мы старые приятели. Он часто так делал. В среду встретил его на вокзале, передал ключи и уехал за город. У меня там домик. Филипп Вольфович, дорогой вы мой, ну как вы себя чувствуете? Ну, давайте, поднимайтесь, поднимайтесь. Гражданин Авдеев, а вы здесь какими судьбами? Друга приехал поддержать. Убедиться, что полиция ведет себя с ним подобающе. Пойдем, пойдем, пойдем. Но вы же видите, все ювелирно. Я вижу ювелирно. Человек за сердце держится. Филипп, садись в машину, поехали к моему врачу. Давай, давай. Тогда надо оформить подписку о невыезде. Надо оформлять. Если вам понадобится, вызывайте повесткой. Что, не видите, что плохо? Еще один труп хотите получить, что ли? Не понимаю вас. Поехали, поехали. Это что, был хозяин квартиры? Кто разрешил его отпускать? А у кого я должен спрашивать? У меня. Капитан Беляева. Тело там? Там. Так, стоп. Подождите минутку. На место положите. Капитан Виктория Беляева, новый начальник следственной группы. Покурите, ребят. Донин, судмедэксперт. Механическая асфиксия? Да. Время смерти определить пока сложно. Видите, чем он занимался? Физические нагрузки влияют на скорость окоченения. Да, я в курсе. Трунов, ваша версия? Убийство по неосторожности в ходе любовных утех. Партнерша перестаралась. Допустим. А почему он тогда ее не остановил? Ну, потому что не смог из наручников выбраться, хотя явно пытался. Вон синяки какие на запястьях. Ну, синяки, похоже, старые. Может быть, его вырубили до этого? Ну, это мы определим после вскрытия. Давайте сейчас посмотрим, есть ли след от укола или от шокера. Я люблю сразу представлять себе картину происходящего. Спереди ничего нет, я уже смотрел. Я справлюсь. Фонарик. След от укола. Это не по неосторожности. Это преднамеренное убийство. Кровь на токсикологию сразу сдайте. Ну, само собой. Где там свидетельница? Кто свидетельница? Я?
Видела, как эта проститутка, убийца, убегает. А во сколько это было? Сразу после полуночи. Угу. А когда она пришла, видели? Ну, я не знаю, я же под дверью не сижу. А в этот раз крик, а потом как бахнуло. Лицо ее описать сможете? Ну, не знаю, я же сверху глядела. Она была в чулках? Я же сверху. Понятно, вы пока свободны. А где одежда Коновалова? Нету. Наверное, убийца забрала. Боялась, что на одежде ее следы остались. Обыщите в ближайшие помойки. Сделаем. Что у вас? Да, здесь нашли, возле комнаты. Откройте. Достаньте. Вы знаете, кто такие сладости делает? Нет. Понятно. Пакетик первым делом на ПЖС отпечатки и пробейте номер Коновалова, куда он звонил, чтобы вызвать девочку. Виктор Александрович, пирожки будете, сладкие? Где мой стол? Не хотите сладкие, могу за растягаями сгонять. Нет, спасибо. Есть новости? Да, есть. Три новости. Первая – ПЖС. На пакетике с пирожным женские. По базе не пробиваются. Вторая – мы с компьютерщиком взломали приложение такси и выяснили, что в 00:10 от дома Любомирова кто-то вызвал машинку. Конечный пункт – отель «Жар-птица». Симка была левая. Так, а третья? А третья. Полковник Коновалов звонил последний раз по телефону со службой доставки кафе «Жар-птица» при одноименной гостинице. Авдеевский шалман, что ли? Погодите, Авдеев – это тот, кто увез Любомирова, с вашего позволения? Хотел бы и на вас посмотреть, когда вы ему что-то не позволили. Скоро посмотрите. Я как раз собираюсь с ним встретиться. Дайте адрес этого шалмана. Да не вопрос. Только ничего это не даст. Это почему? Ресторан закрыт на частное мероприятие. Презентуют новую книжку Любомирова. Вход по спискам. Так что нужен ордер для того, чтобы туда попасть. Попадем как-нибудь. Выловите таксиста, возьмите записи с регистратора. Возможно, там есть наша дамочка. Иди, лови таксиста. Гражданин, успокойтесь. А то я вас сейчас оформлю на 15 суток за оскорбление при исполнении. У меня жена пропала, а ее никто не ищет. Всем наплевать? То, что в наших силах. Лилию Олеговну мы найдем. Привет. Давай не здесь. Я так рад тебя видеть. Прям судьба послала. А, видимо, чтобы я нашла твою жену? Та Лилия, с которой ты мне изменил 2 года назад? Модель? Актриса. И теперь ты просишь меня найти ее. Тебе не кажется это смешным? У меня нет другого выбора. Они третий день ничего не делают. Она здесь была на гастролях. У них был тур по России. В Ярославле был финальный спектакль. После спектакля она перестала выходить на связь. Я звонил в гостиницу, там ее не видели. Она должна была пойти на какую-то вечеринку по поводу выхода книги. И она очень хотела туда пойти. Я тебе точно говорю, что-то случилось. Можешь помочь? Ну, во-первых, я тут не в отпуске, и я не частный детектив, чтобы брать какие-то халтурки. Я расследую убийство. А ты как-то выглядишь паршиво. Тебе поспать? Да не до сна мне, Вик. Помоги ее. Я спрошу у ребят, что они там накопали, если будет время, но ничего не обещаю. Если что-то нужно, деньги, все что угодно. Сереж, мне от тебя больше ничего не нужно. Ты не голодная? Здесь недалеко есть кафе, говорят, там вкусные десерты. Десерт? Ты издеваешься?
Господи, сердце. Служба доставки спецменю слушает. Что бы вы хотели? А что вы можете предложить? Широкий выбор десертов. Однако сегодня, к сожалению, доступно всего лишь несколько позиций. Почти весь сладкий стол заказан на мероприятии. Вы знаете, один мой знакомый заказывал у вас вчера шоколадное пирожное с шоколадным кремом. Вот, можно его заказать? К сожалению, нет. Из меню его убрали. Хорошего вам дня. Спасибо. Манков, это Беляева. Принеси мне вещдоки по делу Лилии Лимановой. Прислали снимок. Вот эта девица заказывала такси от дома Любомирова сегодня ночью. И поехала в ресторан Авдеева. И Коновалов звонил в отдел доставки спецменю того же ресторана. Нам нужно туда попасть. Возможно, там мы найдем эту девочку. Улики по делу Лилии Лимановой. На стол поставьте. Лейтенант Грач, вы сможете достать смокинг? Товарищ капитан. Пойдемте, Грач. Когда вы успели так похорошеть? Сомнительный комплимент. Ваше пригласительное. Пожалуйста. Госпожа Лилия Лиманова. Да, все верно. А вы, как я понимаю, полковник Коновалов. Дорогой, ты сменил фамилию? Ну нет, конечно. Это мой муж, Сергей Лиманов. Полковник сегодня не придет. Извините, но я не могу пропустить гостя по чужому пригласительному. Минуточку. То есть я 6 часов торчала в салоне красоты. Я купила себе дорогущее платье ради мероприятия, с которым меня, по сути, кинул Коновалов. Я позвонила мужу в Москву, он все бросил, приехал. А вы нас не пускаете по каким-то правилам, которые непонятно где написаны. Ну, отлично. Одно меня радует. У меня отличное состояние для громкого скандала. Не стоит, Лилия Олеговна. Сцен нам ни к чему. Вы и ваш супруг можете пройти. Другое дело. Сереж, пошли. Ничего себе, у них тут контингент. Кого-то узнали? Благодарю. До каждого второго. Вон там Олег Нефедов. У него в кармане 1/4 коммерческой недвижимости Ярославля. А вон там Ивашкин, лимонадный король. Значит, все городские сливки собрались на презентацию книги о легендах и привидениях Ярославля? Им что, заняться нечем? По этой книжке целый спектакль поставили, и не где-то, а в Луковском театре. Вон, видите того мужика, с которым все фотографируются? Угу. Это Прошкин, он там в главной роли. А я думала, у нас культурная столица Петербург. Спасибо. Теперь у меня полная коллекция. И интервью ваше смотрел, и лекции слушал. Я ваш главный фанат. Даже в профессию по вашим стопам пришел. Надо же! Вы тоже историк? Нет, я охотник за привидениями. И как успехи? Пока еще никого не удалось заснять на камеру, но я, понимаете, я постоянно чувствую паранормальное их присутствие. Я сейчас чувствую. Из 306 номера, наверху. Какого еще номера? Нехорошего. Того, где работала клубника со сливками. Я сейчас чувствую, что ее дух еще там, и мы с вами можем это доказать. Молодой человек, вы бредите. Я никогда не писал о таком. Откуда вы? У меня свои источники. Молодой человек, вы уже получили автограф. Пожалуйста, имейте уважение к остальным желающим. Уважаем. Друзья, кто еще хочет подписать книгу, прошу вас. Тоже не спишь? Тружусь. Ребят нашли одежду Коновалова в одной из мусорок.
Экспертиза показала, что несколько дней ходил в одном и том же. На штанах следы сажи и битого кирпича. Я ничего не понимаю. А по твоему ведомству что? Смерть Коновалова наступила около 11:30 ночи. Токсикология показала наличие в крови сильного миорелаксанта. Значит, когда его душили? Он был обездвижен. Все чувствовал, понимал, но ничего не мог сделать. А синяки на запястьях? И не менее 2 дней. Плюс большой палец правой руки сломан. Он сам его сломал? Пытался выбраться и не смог? Ну. Ну и общее состояние нефти. Обезвоживание в желудке и в кишечнике. Нет следов еды. Его где-то держали. Скованно. 2 суток. Проститутка его не убивала. Добрый вечер. Вы прекрасны. Спасибо. Я хотел бы вас украсть ненадолго, поговорить. Мне бы тоже очень этого хотелось. Но вам придется купить пирожное. Я не могу отлучаться, пока оно на тарелке. Понимаю. И почем сегодня ваше пирожное? 30 000. Ух. А может, какая-то скидка? Мне так-то... Я не голодный, мне только поговорить. Так, ладно. Давайте свое безе. Приятного аппетита. Благодарю. Проходите наверх. Только за пудру отдельная доплата. Да зачем мне ваша пудра? Зовут вас как? Анна Павлова. Прекрасно. Так это бордель. Десерты из меню доставки – это проститутки. Теперь понятно, что за десерт привозили Коноваловы. Туда. Куда он пошел? Надо бы за ним проследить. Думаю, не получится. Чего? Так просто туда не попадешь. И каргой корочкой тут не помашешь. Наверняка храм понатыкнут. Тогда придется купить десерт. Ну, вы московские. Без разговоров. Вишенка на торте? Пьяная вишенка. Мне подходит, беру. А... Да не надо. Я же сказал, сюда нельзя. Вам приготовлен другой номер. Сколько? 50 000. Нет? 100? 150. Нет, нельзя. Просто дай мне зайти поставить оборудование. И если я смогу зафиксировать аномальную... Да я предупреждал! Что ты творишь? Больно! Братан, где 307-й? Дальше по коридору, братан. На пудру не налегай, тебе уже хватит. Пироженка-убийца.
Ну, здравствуй. Да! Нет, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Я ничего не видела. Пожалуйста. Ну, труп полковника в квартире ты точно видела. Но это же не повод меня убивать. Пожалуйста, передайте Авдееву, что я ничего не видела. Я никому ничего не скажу. Я не позвоню в полицию. Пожалуйста, передайте ему. Пожалуйста, не надо меня убивать. Ну, пожалуйста. Успокойся, ты не собираешься тебя убивать. Просто задержу за убийство Коновалова. Да я же его не убивала. Я пришла, он уже там, мертвый. Высоты боишься? А? Я просто спросил. Пошли. Добрый вечер. Господин Авдеев. Да. А вы не Лилия Лиманова? Пожалуйста, представьтесь. Капитан Виктория Беляева, Следственный комитет. Рад знакомству. Можно вас на секундочку? Да, конечно. Кстати, а зачем вы здесь? Я не думаю, что у Московского Следственного комитета есть вопросы относительно моего бизнеса. У комитета нет. А у меня с каждой минутой их все больше. Комитет интересует смерть полковника Коновалова. Вы дружили? Ну, дружили, приятельствовали. Но с Любомировым он дружил ближе, чем со мной. Когда вы видели его последний раз? Пару дней назад, по-моему. Зато недавно с ним виделась одна из ваших кондитерш, сладостей, или как вас называют, проституток. Но это не важно. Я могу встретиться с девушкой, которая ездила к Коновалову на вызов? Она здесь? Я не понимаю, о чем вы говорите. Шампанское. Пожалуйста. Хотите? Очень нет. Хорошо. Не врите, Авдеев. От дома с Аркой она поехала в ваше заведение. Где она? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я владелец, а не кадровик. Обратитесь в службу доставки. Только официально, а не как сейчас. Если у вас ко мне больше нет вопросов, покиньте мое заведение. До свидания. Есть еще один вопросик. Вы поняли, что я не Лилия Лиманова. Вы знакомы? Допустим. Может, вы знаете, где она сейчас находится? Может быть, и знаю. Ух, извините. Извините. Очень важный звонок. Алло. Подъехал. Ну, молодец. А чего так долго? Опаздываешь. Встречаю. Давай, давай, давай. Извините. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, господа и немногочисленные дамы. Сегодня премьера новой книги нашего уважаемого академика Филиппа Любомирова, собирателя легенд Ярославля. Но прежде чем автор расскажет нам о своей книге, давайте посмотрим небольшой фильм о нашем замечательном земляки. Творческий путь Филиппа Любомирова. Сколько же вас здесь собралось? Жадные толстосумы, изменники, мошенники, вы пришли сюда в день расстрела на Знаменке, чтобы послушать о призраках? Ваш час пробил. Через 5 минут весь этот ресторан будет заполнен ядовитым газом, который умертвит вас всех и создаст новую, самую страшную легенду Ярославля. Опергруппу жар-птицу. Срочно! Знаешь, они так этого не простят. Надо бежать. Слушай, у меня есть родственники в деревне. В деревне не получится. А куда? В Следственный комитет. Пойдем. Пойдем.
товарищ капитан. Авдеева не видели? О, шоколадное пирожное. Грач, вы молодец. А еще такие пудреницы в каждом номере. Осторожно, наркота. Хорошая работа. Девочку опроси, но не дави, она не убивала. Я не убивала. Она ехала в такси к Коновалову, когда его душили. Ребята выяснили. Я же говорила. Разберемся. Сереж, приезжай в Жар-птицу. Есть информация по Леле. Ну, красавица, рассказывай. Знала полковника? Да его все знают. Он же Жар-птицу крышует. Ну, в смысле, крышевал. Приезжал изредка, решал там наши вопросы всякие. Внешние и внутренние, с персоналом. Так ты поэтому решила, что я собираюсь тебя убить? Короче, была у нас одна девушка, Анжела. Коновалов ее как-то больше других любил, что ли. И вот после одного его приезда она пропала. Через двое суток Авдеев сказал, что передоз. И десерт ее из меню сняли и вообще запретили что-либо про это говорить. Только мы не поверили, что Анжела, она... Надо же алкоголь не пила, а какие-то наркотики. То есть ты думаешь, что ее убили? Зачем? Я ничего не знаю. Я очень боюсь. Так это она призрак нехорошего номера? Клубника со сливками. Ее наезжали в красно-белое белье. Девчонки теперь в ее номере вообще боятся работать. Понятно. Сержант, побудь с ней. Нет. Лили не могла быть замешана в таком. Бордели, наркотики, ну ты что? Тут точно ошибка. Может, она и не замешана в этом. Ее могли просто пригласить на мероприятие, как заезжую звезду. Да, ее часто звали на разные презентации, премьеры, но она не могла быть связана со всем этим. Успокойся. Мы все выясним. Авдеев сказал, что... Товарищ капитан, кажется, это Авдеев убил Коновалова. Как подельника. Оба замешаны в убийстве одной девушки. Там это, ребят нашли кое-что. Посмотрим. Подожди. В кустах под окном его кабинета чей-то телефон. Интересно. Телефон Авдеева. На нем, предположительно, следы крови. Наверное, выронил, когда убегал. Но чья кровь? А у нас все интереснее и интереснее. Да? Угу. Взгляните сюда. Я такого еще ни разу не видел. Холодильник внутри сейфа. Красный чулок? Почти как тот, которым задушили Коновалова. У них тут что, штаб-квартира любителей душить красными чулками? Я думаю, это компромат. Чулок хранили в холодильнике, чтобы можно было провести экспертизу ДНК. Но вряд ли Авдеев стал бы хранить улику на самого себя. Значит, эта улика поможет нам найти настоящего убийцу? Я думаю, Авдеев в опасности. Убийца убил Коновалова, теперь похитил его партнера. Надо его срочно найти. Найдем, Виктория Александровна. Где его машина? Здесь. Уже все проверил. Ничего. Так, хорошо, заканчивайте. Встретимся в СК. Ты все? Да. Устала? Ну, есть немного. Такси? Да нет, давай пройдемся. Давай. Ты у Жар-птицы что-то про Авдеева говорила, но связь прервалась. А, Авдеев что-то знает про Лилю, но он пропал. Найдем Авдеева, найдем Лилю.
Спасибо. Да, как видишь, не за что. Чем я могу помочь? Да ничего не надо. Хотя есть кое-что. Что? Я бы хотела получить честный ответ на один очень важный для меня вопрос. Говори. Почему тогда ты выбрал ее, а не меня? Ну почему мы с тобой жили 4 года, а ты так и не решился сделать мне предложение? А ее потянул в ЗАГС через сколько? 2 месяца. 2 месяца. Не будешь отвечать? Тебе действительно это сейчас так важно? Ну, если я спрашиваю, значит, важно. Я любил тебя. Очень. Хотел, чтобы ты была моей женой. Мечтал о семье. Но ты никогда мне даже не заикался об этих своих мечтах. Потому что я видел, что ты мечтаешь о другом. В смысле? Да все банально, Вик. Я, как и любой другой нормальный мужик, мечтал об одном. Ну, хотел быть главой в семье, понимаешь? Да. Я хотел приходить с работы, чтобы жена мне… Чтобы она меня встречала, готовила мне вкусный ужин, чтобы она ездила со мной на отдых. Ну, просто вспомни, сколько раз мы вместе отдыхали. Ноль. Почему? Потому что ты все время была на работе. Ну, я же объясняла, что тогда просто не было возможности. Да, да, ты объясняла. Ты объясняла, когда уходила со свиданий. Ты объясняла, когда приходила в 3 часа ночи. Ты даже объясняла, когда нашел тебя с ножевым ранением в больнице. Даже тогда ты мне все объяснила. Но мне не нужны были твои объяснения. Мне нужна была ты. Ну, понятно. То есть я сама во всем виновата. Ну, сколько раз я тебе говорил? Ну, поменяй ты эту работу. Ну, хочешь, вообще не работай. Занимайся собой, создавай дома уют. Сколько женщин об этом мечтает, нет? Вика хотела спасать мир, ловить преступников. Нет, ты молодец. А Лилия, она другая. Я рядом с ней себя мужиком чувствую. То есть она полностью воплотила твои мечты о жене, которая ждет в пещере своего добытчика с мамонтом? Типа того. Понятно. Спасибо за честность. Все? Больше ничего не скажешь? Скажу. Ты знаешь, когда мы с тобой расстались, я себя чувствовала так отвратительно. А теперь я понимаю, что все к лучшему. Вик! Если будет информация о Лиле, я тебе позвоню. Такси я вызову сама. Случилось? Кристина, шоколадное пирожное, опознала чулок как принадлежавший клубнике со сливками. Погоди. А на конверте из сейфа обнаружены отпечатки Коновалова и Авдеева. Получается, клубнику убил не Авдеев. Ее убил клиент, а Коновалов с Авдеевым его прикрывали и шантажировали. Так, нужно срочно сделать экспертизу ДНК из фотожировых следов на чулке. Уже в лаборатории, и нам кажется, мы знаем, кто убийца. Охотник за привидениями. С чего вы его взяли? Ну, смотрите, вчера утром он тусовался около дома с аркой, где убили Коновалова. Потом на презентации. Потом пытался попасть в номер, где убили клубнику со сливками. Ну да, убийца часто тянет на место преступления. Точно, повспоминать, посмаковать. А Коновалова он убил, чтобы избавиться от шантажа. И Авдеева убьет. Грач, ну вы молодец. Осталось только понять, где он. Так вот же, он в онлайне. Привет, подписчики. Сколько? Нас уже 120 зрителей, крутяк. Я вышел на ежегодную ночную охоту за призраком Красного комиссара. Я чувствую, что сегодня он точно явится нам. Не отключайтесь, ставьте лайки, зовите друзей. А что за комиссар?
Да очередная городская легенда. Во время революции белые держали оборону в Волжском театре. Его окружили красные. И командир предложил белым сложить оружие в обмен на их жизни. Но когда рано утром те вышли, ну, чтобы взорваться, их схватили и расстреляли прямо под Знаменской башней. И теперь каждый год, в день их расстрела, появляется призрак красного комиссара. А этот чудик, видимо, на него охотится. Едем на Знаменку. Сейчас. И опергруппу на выезд. Салют, подписчики. До 5 утра осталось 2 минуты. Но ждем, ребятки. Сейчас что-то будет. Что это? Дым. Я что-то вижу. Я его вижу. Вы его видите? За участие в погромах и нападениях на рабочих ткацкой фабрики, за распространение среди актеров брошюр возмутительного содержания, приговорить осужденных к расстрелу! Вы это слышали? Вы это видели? Это потрясающе! Он уходит. Скорее за ним. Подписчики, кто-то сидит на скамейке. Я обещал вам сенсацию, вы ее получите. И выстрелил. И вот вам труп. Какие еще нужны доказательства? Его убил красный комиссар. Или вы. Все так классно разыграли, как по нотам. Нет, я никого не убивал. Я летописец, а не убийца. Я поэт родного города и его истории. Так, гражданин Царев, поэт и летописец, расскажите мне, как вы оказались на месте преступления? Сначала дайте выйти на связь с моими подписчиками. Они боятся, что я стал жертвой красного комиссара. Мне нужно заснять стрим с места преступления. Вы один из первых оказались на месте убийства Коновалова, а потом на вечеринке, откуда похитили Авдея. С вечеринки меня... Выгнали, да. Через служебный вход в переулок, откуда вы легко могли попасть в кабинет Авдеева, через окно. А потом вы появились на Знаменской башне. Я каждый год тут появляюсь. И снимаю... Да. Посмотрите стрим. Его убил красный комиссар. Меня даже близко не было. Его убил призрак. Призраков не существует. Не существует? А как же карета Берона у дома Коновалова? Ее свидетельница видела своими глазами. У ресторана Авдеева тоже была карета. Может, так преступник перевозил Авдеева и Коновалова? Мы вас задерживаем на 48 часов. Нет, вы не можете меня... Мне нужно заснять стрим! Когда здесь закончите, поищите следы от кареты. И у дома Коновалова тоже. Понял. Сделаю. Что здесь? След от укола на шее. И огнестрельное ранение в сердце. Края рубашки обожжены. Стреляли почти в упор. Сквозняк. А в остальном все почти как у Коновалова. Обездвижили и убили. Только одежда на нем чистая. Его явно нигде не держали. Прям с корабля на бал привезли. Какой калибр? 7,62, 7,63? Нормально у вас глазомер. Найдете пулю сразу на баллистику. Где Трунов и Грач? Трунов свидетелей ищет, а Грач следственный эксперимент проводит. Угу. Кино снимаете? Товарищ капитан. Можно посмотреть? Да, конечно. Давай на исходную. Готов? И пошел. В этом месте он достает пистолет. Вы его видите? Еще шажок. И выстрел. Бах. Так. Гильза должна была отлететь туда. А комиссара нашли? Нет.
Наши ребята дважды проверили камеры, и дорожные, и городские. Он не покидал района. И гильзы тоже нет. Хотя должна быть здесь. Больше негде. Паранормальное происхождение преступника точно не рассматриваете? И вы туда же? Вот это сюрприз. Дым машины. Да, вот и вся паранормальность. Обычный дым. Пока завеса держалась, преступник перенес тело на скамейку. Как в театре, дым и зеркала. А вот это точно как в театре. А это что? Такие метки специально ставят для артистов, чтобы они знали, куда встать. Грач, вы идете со мной. А мне какое задание? Передайте Трунову, чтобы он нашел Любомирова и поговорил с ним. И гильзу не ищите, ее здесь нет. Он в роли красного комиссара Аркадий Прошкин. Утром его навести. Поэтому вы не нашли гильзу. Почему? А почему вы вырываетесь мою гримерку? Я готовлю монолог. Вы кто? Виктория Беляева, Следственный комитет. Расследую убийство Коновалова и Авдеева. А я здесь при чем? А вы, господин Прошкин, наш подозреваемый. Оля! Ты здесь? Панков! Ух ты! Дунин! Ты чё бушуешь, Трунов? Витя, вы улику зачем под ультрафиолетом оставили? Все ДНК сгорело к чертовой матери. Манков, что было? Кто ж теперь перед Москвой будет отчитываться? Да, Вить, кто? Я ему устрою. Манков! Виктор Игоревич, я? Ой, здравствуйте, товарищ майор. Еще раз. Что вы так на меня смотрите? Ой. Господа, товарищи, не знаю, как вас, какая-то ошибка произошла. Здесь снимали стрим. Я должен был появиться строго по расписанию. И вы не заметили мертвое тело рядом с собой? Был плотный туман, в смысле дым. Он же глаза ест. Я должен был пройти сквозь него, и я зажмурился. Кто вас нанял для этой постановки? Фонд Любомирова. Он рекламирует свою новую книгу и... Тайна Славля. По легендам и мифам Ярославля. Сам Любомиров ставил ему задачу? Нет, кто-то из его помощников. Есть переписка. Сейчас я покажу. Пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Знаменская площадь. Установить дым машину, в 5.00 ровно запустить, в 5.01 монолог, выход на точку, выстрел. Подождите, здесь три входящих. Угу. Акт первый, пророк. Это видео для презентации. Да. Акт второй, комиссар, для стрима на площади. Акт третий, карлик-сторож, сегодня в полночь объект театральное общежитие. Угу. О, и вы дали согласие. Я откажусь. А вот это лишнее. Будем брать на живца. Этот Любомиров все интереснее и интереснее.
Филипп Вольфович, а куда вы собрались? Надеюсь, о подписке о невыезде помните? Да, конечно, конечно. Я просто возвращаюсь на городскую квартиру. А то за городом нервно как-то. Да? А говорят, наоборот. Так больница далеко. Сердечко прихватит, не доедут. А убивать придут, не докричусь. Ясно. Вы такси заказали? Да, да, да. Отменяйте. Давайте, я до города вас с ветерком довезу. Так это... Ну, и деньги сэкономите. Так... Соглашайтесь, Филипп Польч. А то я могу подумать, что вы от полиции сбегаете. Ну, что вы. С ветерком? Благодарю. Нашел. Что? Легенда о карлике-стороже. Она из новой книги Любомирова. Оказывается, у нас в здании театрального общежития до революции был бордель, не знал. Да, злачный у вас город. И что там? Сторожем борделя был карлик. Не спрашивайте меня, не знаю, как там он оказался. Короче, карлик влюбился в одну из сотрудниц. Так, началась революция, погромы, девушку убили. Карлик винил себя за то, что не смог спасти любимую, и с горя повесился в одной из комнат общежития. Конец истории. И что мы вынесем из этой истории? Убийца готовит еще одну казнь? Где? В общежитии? Так там же студенты, свидетели полно. Ну, в жар-птице ему это не помешало. Кстати, насчет жар-птицы. Может, это легенда намек? Карликов у нас в деле не было, а вот мертвая куртизанка мелькала. Клубника со сливками? Ну да. Пробейте по базе все дела с передозом у девушек от 20 до 25 лет за последние полгода. И вы говорили, ее одевали в красное и белое. У нас как раз два красных чулка. Один с намеренно сохраненными следами ДНК. Кстати, что с экспертизой ДНК? Не знаю, результатов пока не присылали. Странно. Давайте-ка навестим экспертов. Филипп Вольфович, а можно мне скромный вопрос? Мы при обыске в ресторане Авдеева кое-что узнали про ваш фонд. А что насчет него? Мы занимаемся поддержкой культурных событий, производим... Нет, нет, я не про тот фонд. Я про новый фонд, на который вы начали переводить финансовые потоки. Не страшновато было кинуть Авдеева Коновалова? А может... Они узнали об этом, и вы их... А? Филипп Вольфович. Это был спор хозяйствующих субъектов. Они вдруг решили, что моя доля в нашем общем фонде должна быть уменьшена. А ведь именно я делаю все эти проекты. Презентации, книги, спектакли. Вот я и решил создать свой фонд, чтобы не было разногласий. Вот так. Но я не убивал их. Ну, сами подумайте, стал бы я маскировать убийство под мифы, которые описываю в своих же книгах, а? Ну, если у вас еще есть ко мне вопросы, вызывайте повестку. Мы так и сделаем. Не уезжайте из города, пожалуйста. Хорошо. А что, уже приехали? Приехали, Филипп Ильич. О. Всего доброго. Привет, Володь. Привет. О, а что у вас тут за столпотворение? Трунов, почему вы не доложили, что Манков уничтожил улику? Товарищ майор. Товарищ капитан, все нормально. У меня получилось вытащить пригодные клетки.
А еще вот, смотри, что нашел. Здесь не один образец ДНК, а два. Вот посередине ДНК женская, а на краях мужская. Чулок наматывали на кулак. Это ДНК убийцы. Ладно, Манков, живите пока. Слушай, а ты пулю, которую из Авдеева вынули, по пуле гильзотеки проверил? Прямо сейчас этим займусь. Пойдемте, Трунов. Ну, а вот это наш архив. Товарищ майор, товарищ капитан, есть инфа по клубнике. Кристина ее опознала. Вот. Анжела Туманова, 2001 года рождения. Нашли ранней весной на пустыре. По экспертизе действительно передоз, признаков насильственной смерти нет. А это мать Анжелы Тумановой работала в театре Волкова гримером. Попала в тюрьму по обвинению в разбойном нападении в составе преступной группы. Так, там же родила Анжелу, дочь воспитывалась в детдоме. В графе «отец» у Анжелы прочерк. А где сейчас Туманова? Сейчас. Так, из тюрьмы вышла сразу после гибели дочери. Из-за смерти единственного родственника и примерного поведения ей скостили срок. Надо бы сделать эксгумацию тела Анжелы. Слушай, а кто вел дело? Дай-ка посмотрю. Ага, лейтенант Кункин. Толковый парень был. Жаль, что ушел. Надо бы с ним поговорить. Поговорить. Льет? Ага. О, лейтенант, ты что ли? А я тебя сразу не узнал. Богатым будешь. Нет, товарищ майор, это вряд ли. А вы что? Что здесь? Выходной или помочь что надо? Ух ты! Глаз-то заблестел, как сразу. Нет, почти никого не надо. Да и не смог бы я тебе подключить. Ты ведь теперь гражданский. Ну да. А жаль. Такой талант закопал. Да черт с ним, с талантом. Зато я теперь ночью высыпаюсь. Да, сплю, знаешь. Огородик он, рыбалка, ягодки, грибочки. Не хочу больше девчонок по пустырям собирать. Ты прости, лейтенант, что в душу лезу. Я тут копнул немного. Ты помнишь дело Анжелы Тумановой? Ничего не помню, ничего и не знаю. Но мы ведь можем официально допросить, если хочешь, конечно. А что, докопались, да? Что мне за это будет? От тебя зависит. От того, что расскажешь. Виктория Александровна, можно с уверенностью сказать, что пуля, убившая Авдеева, выпущена из маузера, который зарегистрировал на полковника Коновалова. При обнаружении трупа пистолет не нашли. В тех заданиях для Прошкина был набросан маршрут. Он пройдет вдоль театрального общежития на север. Точка монолога вот здесь. Угу. Встать под дерево, читать монолог, сплести петлю, накинуть на ветку. И он бы все это сделал. Он актер. Они редко задают вопрос. У меня другой вопрос. Кто жертва? Донин здесь. Только что вышел. Позвонить ему? Нет. Сразу в розыск объявили. Ну, что стоишь? Что происходит? Вы можете объяснить? Коновалов с Дониным надавили на лейтенанта Конкина, чтобы он закрыл дело о смерти Анжелы Тумановой как передоз. А там была насильственная смерть, удушение. Дайте угадаю. Красный чулок? Да. Все время Донин был против нас. И чулок под ультрафиолет положил Донин, а не Манков. То есть Донин сфабриковал результаты аутопсии Анжелы? Да ничего не проводил. Коновалов отдал ему приказ. Он исполнил. И улики ему тоже отдал. Угу. Чтобы тот шантажировал убийцу Тумановой? К лейтенанту Конкину пришла ее мать.
и на коленях умоляла, чтобы он рассказал, что случилось с ее дочерью. Лейтенант, конечно, не выдержал и все рассказал, а потом уволился. То есть мать Анжелы может мстить? Тогда я на поиски матери. Да, найдите ее. Да, Лиманов. Как внизу? Хорошо, я сейчас спущусь. Секунду. Пустить вас к ней не смогу. Состояние очень тяжелое. Туберкулез, ну, правда, в закрытой форме, не заразный. Но легких нет. Сможете только посмотреть. Это точно Татьяна Туманова? Точно. В колонии тогда эпидемия бушевала. 3/4 заключенных заразились. 1/3 персонала. Смертность страшная. Очень многих тогда по УДО отпустили, на свободе доживать. Хотя что там доживать-то уже. Она сейчас спит, и, видимо, поговорить вам не удастся. Тогда у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете ее состояние? Она могла отлучиться из больницы, так чтобы никто не видел? Вы сами посмотрите. Она даже дышать самостоятельно не может. Но когда ей было получше, к ней приходили посетители. Кто? Мужчины разные, а кто, не знаю. Сколько ей осталось? Недолго. Ну? Я просто хотел сказать тебе, что если я тебя чем-то обидел во время нашего последнего разговора, извини. Да все в порядке, не извиняйся. Я хотела правду, я ее получила. Ты меня не любишь, ты любишь свою жену. Любишь же? Люблю. Вот, а я люблю свою работу. Так что все счастливы. Мы с тобой просто друзья. Вернее, мы даже не друзья, а просто люди, у которых есть общее счастливое прошлое. Но будущего общего нет. Товарищ капитан, Рожкин пропал. Туда пришло с неизвестного номера. Телефон директора театра. Пока. Трунов. Ух ты. Убийца похитил Прошкина за то, что он с нами сотрудничает? Похоже. Мать Анжелы нашли? Да, грач нашел, она в больнице, но убить она никого не могла. Сделали эксгумацию трупа Анжелы. Сравнили женское ДНК на челке. Женская ДНК принадлежит Анжеле? А вторая ДНК? Судя по показателям, диабет 2-го типа и повышенная концентрация препаратов для поддержания сердечной системы. В общем, полный комплект старческих болячек. А ты брал образец ДНК Любомирова, чтобы отделить хозяйский от своих? Ой, брал. Сейчас проверю. Если Любомиров убил Анжелу, а потом решил кинуть Коновалова и Авдеева с их фондом, то они могли его припугнуть этой уликой. И тогда он решил убить их, чтобы скрыть следы своего преступления. Но тогда под ударом Донин. А похищение Прошкина – это отвлекающий маневр. Отследите телефон Донина. Есть. Красный чулок. Вы что-то хотели мне предложить?
Виктория Александровна, телефон Донина отключился здесь, в квартире Любомирова. Но ни того, ни другого тут нет. Да, я вас поняла. Спасибо. ДНК на чулках из сейфа принадлежит Любомирову. Ясно. Получается, это он задушил Анжелу, а дружки прикрыли его, чтобы потом иметь рычаг давления? Да, все верно. Рад стараться. Здравствуйте. Записи с камер парковки. Отлично. И он в неплохой форме. Сколько в Донине? 80 кг? Сволочь. Специально немощным прикидывался, чтобы подозрение отвести. Может, и не прикидывался. Диагноз-то настоящий. Нужно подумать, куда он его утащил. В загородном доме его нет, и машину мы отследили, но потеряли на въезде в лес. Подождите, у него ведь есть логово. Там, где он Коновалова держал? Да. Не факт, что он воспользуется. Авдеев был в чистой одежде. Авдеева похитили за час до убийства. Он просто не успел бы. Ну да, сейчас у него полдня, ему нужно где-то держать Донина. Думаете, он снова убьет по своей книжке? Я уверена. Он явно подставляет этого охотника Царева. Ну да, не знаю, что мы его задержали. Что со следами от кареты? Нашли? Да, нашли, нашли. И здесь, у дома с аркой, и там, на площади. Кстати, в следе присутствует сажа и кирпичная крошка. Кирпич начала прошлого века, такой больше не делают. Как и на одежде Коновалова. Поехали, посмотрим квартиру Любомирова. Может, там найдем зацепку? Вот это подходит вроде. Проверим, товарищ капитан. Это постройка 80-х годов, а у нас старый кирпич. Иголку в стогу сена ищем. Мы просто не так ищем. Нужно думать, как Любомиров. Все происходящее он выставляет как ритуал. Каждое убийство и каждое место связано с легендами из его книг. Трунов, а вы сверяли список недавно сгоревших построек с мифами Любомирова? Нет, как-то не подумал, если честно. А зря. Вот. Петропавловский парк. Каждую ночь хозяин парка осматривает свои владения, проходя мимо 5 прудов. Нарушителей чистоты и покоя парка хозяин жестко наказывает. На территории есть разрушенная приусадебная пристройка 19 века. Стоит в очереди на реконструкцию. Едем. Едем, едем. Филипп Вольфович, я ж просто, я за деньгами хотел. Вам не надо меня опасаться, я сам в бега подаюсь. Я помочь могу, Филипп Вольфович, я помочь. Я помочь могу, Филипп Вольфович. Где же эта пристройка? Там, на востоке. Это что? Карета Берона. За ним. Есть. А вы займитесь Дониным, а я в пристройку.
Любомиров. Любомир. То есть вы вообще не интересовались, кому вы отдаете карету? Ну как не интересовался? Он фото свое прислал. Академик Любомиров, его все знают. Сказал карету мне где оставить и потом забрать. Денег сразу заплатил много. А почему так сложно? Почему он сам не забрал? А он сказал, что боится близко к людям подходить. Не хотел еще раз коронавирус подцепить. А он в маске был, в медицинской. Но в темноте-то издалека я его узнал по фото сразу. Очень хороший человек. Да уж. Товарищ капитан, разрешите отвлечь? Что такое? Там... О, ушел по канализации? Да я, дурак, в темноте не заметил, мимо пробежал. Ну, надо выяснить, куда ведут коммуникации. В смысле? Смелее, грач. Нормально. Что здесь? На внутренней стороне пакета множественные биологические следы и брызги крови. Была такая пытка. Человеку надевали пакет на голову. Он задыхался, брызгал слюной. Иногда шла кровь носом. Я сделал анализ ДНК, но думаю, что пытали Коновалова. И он просто сдал всю схему, и убийцу, и помощников. Отпечатки есть? Рука державшего была в перчатках. Дайте. Что это за странные пятна? Не понимаю. Могу сказать только после экспертизы. Волков назад! Да тихо, это я. Грач, как вы здесь? Товарищ капитан, я выяснил, куда ведут коммуникации. И вот нашел. Стойте там, где стоите. Смотрите на подошву. 45-й размер, но отрезано так, чтобы оставили следы 43-го. Хорошая работа. Продолжайте. А нам завтра надо поговорить с Кристиной. Ну что, откачали вроде? А ты бы хотел бы сразу туда. Понимаю. Действительно, так было бы проще и быстрее. Мы тут дела начали твои проверять, пока ты спал. Я когда из следственного выезжал, тебя десятка светило. А сейчас больше, наверное. Неправильно давишь на подозреваемого, майор. Раз все так плохо, не терять нечего. А значит, осознаваться незачем. Жду сделку. У нас есть показания лейтенанта Конкина. Дашь чистосердечное, будешь соучастником. Пойдешь в отказ, получишь по полной, как организатор убийства. Ну, теперь согласен поговорить? Выглядишь согласным. Тогда давай, начинай. Пиши все, что знаешь о Коновалове и об Анжеле. Свидетельницу. Здравствуйте. Вы видели этого человека? Да, это академик Любомиров. Но он наш постоянный клиент. Приятель Авдеева. Он встречался с Анжелой. Когда последний раз? Да он постоянно ее заказывал. Последний раз. То есть после заказа Любомирова вы Анжелу не видели? А-а.
А. Здрасте. Вещество на бутылке – тональный крем. А вот ДНК на тональном креме и ДНК Анжелы родственные по типу отец-дочь. А этого человека вы видели? Он приходил после похорон на Анжелы и как раз спрашивал про нее в клубе, но его не пустили охранники. Прошкин, отец Анжелы и мститель. Все эти красивые убийства – это угрозы и запугивание Любомирова. Он готовит его к казни. Срочно езжайте в больницу. Привет, Таня. У меня мало времени, я пришел попрощаться и сказать. За Анжелу, за нашу дочь я почти отомстил. Он должен заплатить. Должен за то, что сделал с Анжелой. Должен. И я тоже. Я виноват. Я тебя бросил, когда ты залетела. Я не боролся, когда ты сидела в тюрьме. Я Анжелу сдал тебе дом. Хотя мне предлагали ее оставить. Столько ошибок совершил, Таня! И только теперь. Впервые в жизни я чувствую, что все делаю правильно. Пожелай мне удачи. Куда вы? Куда надо. Когда вы в последний раз видели Прошкина? Где-то полчаса назад. Он еще спал. Еще бы такая доза седативного. Сейчас мы его разбудим. И где он? Отпусти меня. Хочешь денег? Я дам. Сколько? Ну ладно, ладно, ладно. Тогда роли. Да, у меня еще много книг. Будем в кино снимать, сериалы делать. Ну прости, прости. Ну я не хотел убивать ту девчонку. Слушай, я даже не помню ничего. Я же под кайфом был. Ну ты понимаешь? Ну заигрались, а? Я же заигрались. Я немножко, ну, предыдущий мне чуть-чуть я не рассчитал. Ну не рассчитал, я не хотел. Не хотел, прости. Она была человеком и моей дочерью. А ты? Ты должен гордиться собой. В историю города войдешь. И станешь его новым призраком. А потом какой-нибудь идиот напишет про это городскую страшилку. Да, слушай. Прошкин в палате матери Анжелы уже побывал. Какие идеи? Какие идеи? Я в машине прочитал миф про сироту из Кирова. Мальчика жили сосвету злые люди, теперь он, точнее его призрак, попрошайничает по ночам. Пойдет? Нет, Прошкин актер. Он видит свое место как творец. Это для него пьеса. И в финале убийца обязательно должен знать, за что его наказывают. Отцовская месть. Где обнаружено тело Анжелы? У старого моста.
Ты далеко заедете за мной? Понял, отбой. Ты умрешь, как и моя доченька. За Анжелу. За Таню. За меня! Оставайтесь с грачом. Да, я понял. Ну-ка, тихо. Ну, Никит, ух ты, да, смотри, держи. Тихо, прижми. Ну-ка, прижми. Тихо, дыши. Тихо, Никит. Тихо. Алло, да, скорая. Игра окончена, Прошкин. Стоять! Товарищ капитан. Привет, лейтенант. А где майор? Страшно извинялся. Ему новое задание дали. А я на больничный, вот меня отправили на проводы. Спасибо, приятно. Куда это оно? В деревню, к родителям. Понятно. Ну ладно, мне пора. Вы это не обижайтесь на нас. Встретили мы вас не очень. Не знали, что вы такая... Да бросьте, вы большие молодцы, хорошо отработали. В Москве таких не хватает. Да не, я Ярик люблю. Счастливо оставаться, Трунову привет. Как всегда, в последний момент. Главное, вовремя. Да, товарищ полковник. Дело Коновалова закрыто, никакой огласки. Конечно, все сделали тихо и аккуратно. Никаких вопросов. Убийца найден. Какой Углич? Хорошо, высылайте фото. Да, поняла. Еду на пристань. Это Лиля. Давай, поживей. Ну, перебирай ногами побыстрей. Ты что, деньгами разбрасываешься, а? Ты помнишь, сколько они стоят, а? Сейчас все соберу. Ты сегодня хоть не тупи. Теплоход придет, сразу к нему. К одиночкам не подходить. Наш контингент. Группы и туристы с детьми. Ты понял? Понял. Слава Богу. А что там за статуя? У нас в буклете такой нет. У нас в буклете все есть. Сейчас за мной машина приедет. Я с тобой? Нет. Посторонних не пускают на место преступления. Вик, ну какой посторонний?
А если это она? Ее руки. Ее волосы, ее плечи. Лиманов, не нагнетай. Видео плохого качества. Не стоит отчаиваться раньше времени. Да, Евгений Олегович. Добралась со скоростью и недосыпом. Я же всегда хотела съездить в тур по Золотому кольцу. Да, я поняла. Лиманов, езжай в гостиницу. Я знаю, как выглядит твоя жена. Если что, я позвоню. Я тебя там подожду. Как хочешь. Вик! Я тебе позвоню. Добрый день, капитан Беляева, Следственный комитет. Добрый. Вот что значит, Москва никогда не спит. А мы вас ждали к обеду, Виктория Александровна. Анисимов Андрей Викторович, старший следователь межрайонного отдела. Очень приятно. Это наш судмедэксперт Синельников Юрий Иванович. Добрый день. Сереж, это не она. Да, уверена. Отвези мои вещи в гостиницу, и я тебе адрес кину. Куда меня поселили? Ну, это не совсем гостиница. Понимаете, туристический сезон, все битком. Ну, в двух шагах от Следственного комитета. Прекрасный дом. Адрес диктуйте. Успенская площадь, дом 1. Причина смерти? Судя по странгуляционной борозде, механическая асфиксия. Но это предварительно. Но тут все признаки. Вот еще, смотрите. След от ножевого ранения. Рана посмертная, крови нет. Точно. Примерное время смерти. Вчера с 21 до 23 часов. Точнее, могу сказать, после вскрытия. В принципе, я здесь закончил. Можем забирать? Да, забирайте. Жду результатов вскрытия как можно быстрее. Похоже, следы волочения. Куда ведут? Я не знаю, не успели еще проверить. Криминалист только приехал. Пришлось из отпуска вызывать. У нас же ведь город тихий, убийство редкость. Что нашли на месте преступления? Смирнов! Вещдок, давай сюда. Так, ничего особенного. Баллончик с аэрозольной краской бронзового цвета. На дорожке валялся. А, угу. Вот. Труп красили здесь. Парк есть? Камеры видеонаблюдения. Откуда? У нас не Москва. У нас на весь город 4 камеры. Простите, пожалуйста. У меня очень важный звонок. Куда? Я еще не успел в доставку заехать. Скажи, дедушка вечером будет с подарком. Катя, у нас тут вообще-то убийство. Скажи, вечером буду как штык. И подарок, и я. Извините. Эксперта, сюда. Хорошо. Так, стоп! Отошли все! Почему труп еще не забрали? Наш оперуполномоченный Роман Кирсанов. Виктория Беляева, старший следователь из Москвы. Здрасте. Здрасте. Тут девушка. Иди сюда. София Фулина. Говорит, что знает убитую. Мне кажется, что это моя мама. Идите сюда. Ну, давайте смелее. Посмотрите, пожалуйста. Это ваша мама? Как вашу маму зовут? Фулина. Анна Петровна. Чем мама занималась? Турагентство. Анфе. Отвезите девушку домой, потом допросим. Ну, я думаю, здесь можно заканчивать и сворачиваться. Андрей Викторович, не торопитесь. А, да, вы правы. Коллеги, надо прочесать парк и найти все, что может показаться подозрительным. Знаете, я думаю, что еще нужно опросить местных дворников и торговок.
Ноги жертвы покрашены не до конца. Угу. Убийцу могли вспугнуть. Может быть, у нас будет свидетель преступления. Отлично. Выполняйте. Юрий Иванович, возьмите вещдок. Так, товарищи. Докатились и катимся. Уже московские следачки нами рулят. Печенка, чую, маньяк у нас Андрей Викторович. Ну ничего. Поймаем гада, утрем нос с этой. Роман! Там ваш коллега что-то нашел. Давно не занимались оперативной работой? Ну ничего, тряхнете стариной. В моем возрасте это опасно. Обязательно что-нибудь откуда-нибудь посыпется. Нашел. Вот шапка царевича, вот его ножик. Ну все, дело раскрыто. Фулина убил памятник царевичу Дмитрию. Интересно, а что они поделили? Туристов? Может, у них было там какое-то мероприятие, флешмоб? Ну, я не знаю, я же сказал, но камер-то нету. Зато туристов с камерами полно. Вот, смотрите. Интересно. Эй, ты чё? Надо найти этого царевича. А чё его искать-то? Вон он у княжеских палат стоит. Только за убийство его не посадишь, он же памятник. Очень свежая шутка. Мимо красится краской. Баллончик может принадлежать ему. Может, у этого мимо крыша поехала, и он от игры перешел к убийству. Извините, коллега из Ярославля. Алло, я на месте преступления. Что-то срочное? Да, есть новая информация по делу Лилии Бессоновой-Лимановой. Роман, дайте блокнот. Пишите? Угу. Спасибо, с меня причитается. Андрей Викторович, осмотр дома Фулиной на вас. Роман, я вернусь, когда смогу. Почему все наваливается в один день? Идите, Андрей Викторович, успеете купить подарок. А участкового понятых я организую. Спасибо, Роман. Да с меня причитается. Лиманов, подъем. Подъем. Прости, меня вырубило. Есть новости. Лилия твоя жива, садилась на автобус до Углича. Слава богу. Она попала под камеры видеонаблюдения. Вот номер автобуса и время отправления. Едем на автобусную станцию? Нет, я не могу. У меня много дел. Езжай один. Хорошо. Спасибо тебе. Коллеги, есть что-нибудь? Да, есть. Непонятный счет. Вчерашний, на 50 тысяч рублей. Сонь, вы знаете, что покупала ваша мама? Не знаю. О, вы снова с нами, Виктор Александр. В общем, машину я смотрел. Там ничего интересного. В бардачке 5 помад, 4 крема.
Нужно съездить по этому адресу и узнать, что покупала Фулина. Без проблем. Стопудово опять салон красоты топать. Соня, вы видели этого человека? Нет, нет, никогда. Жара. Забрали подарок? Да, как настоящий. Салон кожаный, колеса резиновые. Ну, это я так, это я между делом. Вообще-то я информацию собирал. Значит, убитая Анна Петровна Фулина, 47 лет, разведена с 2002 года. Имеет дочь Софию Фулину, 2004 года рождения. В графе «Отец прочерк», живет в Угличе с 2005 года. А вот еще. Угу. Также имеет сына от первого брака 1999 года рождения. Сын Дмитрий Конишин, зарегистрирован в Москве. Нет у меня никакого брата. Мама бы мне об этом рассказала. Найдите этого Конишина, сообщите о смерти матери. И узнайте, где Роза. Может, были какие-то конфликты. Угу. Хорошо, я все сделаю. Закончили. София, держитесь. У нас дома всегда чисто было. Вы простите наших экспертов, у них работа такая. Да, я знаю. И я просто, кажется, сейчас только начинаю осознавать, что она больше сюда никогда не вернется. Кто мог ее так? Я это выясню. С вашей помощью. Скажите, что ваша мама сделала вчера? Может, было что-то необычное? Нет, нет, мы позавтракали, прибрались дома, и около 17:00 она уехала проводить VIP-экскурсию. Гость уплывал на теплоходе в 10:30, и она торопилась. Она ушла из дома с сумкой? Да, да, с черной такой, кожаной. А экскурсия была на машине? Да, на служебной. Кто был за рулем? Василий. Он у нас давно в Анфе работает. Мне нужны контакты этого Василия и данные VIP-гости. Угу. Давай, Марусенька, садись. Так, крепко держись ручками, все. Все хорошо. Все. Вы извините. Все в порядке. Так когда вы видели Фулину последний раз? Около 11:00. Мы проводили гостя на теплоход. А потом я должен был отвезти Анну Петровну домой, но она попросила прогуляться. Я высадил ее около улицы Комсомольской. А потом? Отогнал машину на стоянку Анфи и завалился спать. Но, просто понимаете, у меня еще одно такое же чудо, только поменьше. Спать совсем не дает. А я же на двух работах, вот мне и разрешили в агентстве отсыпаться. Вторая работа в сфере IT? А, да нет, это прошлая жизнь. Учился, пришлось бросить. Семью надо было кормить. Я в Анфе из-за охранника, когда нет туров, из-за водителя. Кручусь как могу. Двое детей и жена в декрете. Когда вы ушли из агентства? Около 7:00 проснулся и пошел домой. Вы видели этого человека? Маруся, тихо. Все хорошо, все нормально. Царевича этого дерганого видел как-то раз у княжеских палат. Ну, если честно, я такое искусство не очень понимаю. У Фулиной были конфликты с гостями, с сотрудниками? Да нет. Я вообще не понимаю, какая больная тва... Какой больной человек мог это сделать? Она ж хорошая была. Я ее уважал. Соню одна подняла, а вот сирота теперь. Да, ясно. Спасибо. Пожалуйста. Ну все, 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 тихо. Тихо, 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 тихо.
Девушка, девушка, обратите внимание, шелковый планкинчик местных мастериц, а расцветочка, ну, прямо вам к лицу. Откуда у вас это зеркало? Да оно не продается. А вот палантинчик возьмите, а? В Следственный комитет. О как. Оно вообще не мое. Он вчера его на дерево кинул, оно повисло. Я его и взяла, чтоб птицы не разбили. Он это кто? Да артист тут вчера. Краской мазался. Царевича из себя выкобенил. Весь народ пораспугал. Этот? Он самый. А вот эту женщину вы знаете? Аня из Анфи. Она себя туристов водила, пока этот артист не напугал. А поподробнее? Ой. Привела Аня этого туриста. Идут они мимо этого с краской. Он как Аню увидел, хватит ее за руки. Что-то говорит, я, правда, не услышала чего. Этот турист перепугался. Аня вообще в шоке. Они как дунули, она его оттолкнула, и они прямо побежали к воротам. И ничего у меня не купили. Хотя вот ее клиенты у меня всегда, всегда берут сувениры. Потому что у меня все натуральное, не Китай. И Аня с этого процент имеет. А теперь что, тишина. Аня сюда не идет. Артист этот пропал. А когда это случилось? Да с неделю тому назад. А что? Ничего, спасибо. А, пожалуйста. Фулина не случайная жертва. У них с Мимом были какие-то личные счеты. Вы думаете? Я уверена. Юрий Иванович, результаты есть? Нет, не успел еще написать отчет. Но могу озвучить. Давай. В странгуляционной борозде есть частицы телячьей кожи, цвет черный. Додя говорила, что она ушла из дома с черной сумкой. Слушайте, значит, задушить могли ремешком от сумки. В подногтевом содержимом убитой микрочастицы крови и эпителия. Совсем свежие, не больше суток. А вот это уже кое-что. Она же могла зацепить убийцу, когда защищалась. Кровь принадлежит женщине? Да, Мим явно не женщина. Слушайте, надо выяснить, как чужая кровь оказалась под ногтями у Фулиной во время убийства. Или она, может, до этого с кем-то подралась? Найдите всех свидетелей с последней экскурсии Фулиной. Виктория Александровна, ну у нас людей столько нету. Мы с вами находимся в церкви царевича Дмитрия, что на Крови. На этом месте погиб царевич Дмитрий, последний сын Ивана Грозного. Прибыл к нам в Углич, когда ему было 6 месяцев, погиб 8,5 лет. Но везде его изображают на иконах и на гербе нашего города царевича Дмитрия, старше себя 15 лет. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Я на все вопросы постараюсь вам ответить. Уделите пару минут. Да, пожалуйста. Вам знакома эта женщина? А вы кто? Следственный комитет из Москвы. Ну да. Ну вы насчет убийства? Да. Я ничего не знаю, извините, ничего Ясно, не видела. Ясно, спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Я заметила, вы узнали эту женщину? Да, я видел ее вчера. Она тут с другой женщиной драку устроила. А другую женщину описать сможете? Полненькая такая, невысокая. Чуть с колокольни ее не сбросила, обзывала всячески. Я напомнил им, что они в святом месте находятся, но они меня не послушали. А во сколько это было? Так, я тогда к вечерней службе готовился. Значит, около 6 вечера. А в чем была причина конфликта? Да бог его знает. Полная вот этими ключами трясла. Говорила, что все знает. Можно? Отель «Начало любви». Уронила, видно, когда ваше ей лицо расцарапало. Я поднял потом, думал за ними вернуться. Я их заберу. Да, конечно. Спасибо. Sorry, can I take it? Yeah, sure. Thank you. Let's take a seat. Like this? Ah, it's all there for you.
Начало любви. Постоялый двор с лепным декором в доме купцов Погудаловых в квартире. Над аркой жил Михаил Павлович Чехов, младший брат писателя. Ты что здесь делаешь? У меня встречный вопрос, а ты? Я работаю, играю. Так ты с ней? Предатель. Марина, мы о чем с тобой договаривались? О доверии. Если ты мне не доверяешь, наш брак не имеет смысла, пойми ты это. Денис, подожди. Я нужен на работу с той, кто Шуберта от Адамса не отличает. Я ради тебя, Марина, беру подработки, чтобы тебе не надо было с утра до ночи рассказывать одно и то же туристам-идиотам. А ты что делаешь? Ну ладно, все. Ну ладно, ладно. Марин, ну что ты как маленькая, а? Ну, моя хорошая. О, Виктория Александровна, какие люди без охраны. Чек на компе Фулиной был за оплату кейтеринга. Заказ на этот адрес. А вы тут кого сторожите? Женщину, с которой Фулина подралась. Клятву выучили? Сейчас повторю. Вы поймете меня? Если я скажу вам, как бы мне хотелось быть счастливой, выйдя замуж. Если вы меня будете любить так, как теперь говорите, если я могу сделать вас счастливым... То я согласна быть вашей женою. Ольга Владыкина, Михаилу Чехову. 9 декабря 1895 года. Город Углич. Это я отбирала цитаты. Ты. Это я придумала тур о любви Чеховых. Да, ты. А ты ей все рассказал. Успокойся! Это ты! Тихо, стойте! Что такое? Вам придется проехать с нами. А подождите, на каком основании? Мы расследуем убийство Анны Фулиной. Ее убили? Пройдемте. А как же наша свадьба с театрализованным представлением? Ну, свадьба у вас еще будет, а представление вы уже видели. Ваша фамилия, имя, отчество, род занятий. Мария Семеновна Велицкая. Владельца турагентства «Велицкое подворье». Это вы вчера подрались с Анной Фулиной в церкви Дмитрия на Крови? Дерутся бабы, а у нас возникли разногласия. Между коллегами такое бывает, там мы же еще подруги. Простите, разногласия из-за этого? Послушайте, а вот вы знали, что... Не надо трогать, это вещдок. Ой, простите. Вы знали, что... Михаил Чехов и Ольга Владыкина познакомились и поженились в Угличе. Как красиво ухаживал Чехов. Ольга тогда жила в Супоне. Я прошу вас все-таки по существу. Эта идея была моя. Устраивать тур, посвященный их любви. Дом Агудалова сейчас заброшен. Я хотела восстановить комнату Чехова, водить туда туристов, устраивать свадебные церемонии в стиле 19 века с клятвами из писем влюбленных, а Аня украла мою идею. А откуда вы это узнали? Нашла вот этот сувенир в кармане мужа. Она и Дениса наняла играть на церемонии. Сволочь! Простите, о покойниках либо хорошо, либо... А откуда вы узнали о смерти Фулиной? Коллега рассказала. Где вы были вчера после 23 часов вечера? Дома. Спала. А кто может это подтвердить? Муж? Нет. Он в это время играл в Волжской ривьере. В гостинице? В ресторане при гостинице. А это его основной заработок? Я его основной заработок. Утренний кофе с небольшим опозданием. Спасибо. Угощайтесь. У нас Углич в плане сыра лучше, чем Швейцария. У нас даже свой научно-исследовательский институт сыроделия есть. Да. Вкусно. Угу. А что вы думаете по поводу Велицкой? Ну, вряд ли она убила подругу за кражу тура. Мотив слабоват. А я, кстати, проверил. Веб-гость Фулиной. Он реально уплыл на теплоходе в 12:30 вечера. Угу.
Что насчет сына Фулиной? Пока не нашли. По адресу прописки нету. Телефон не отвечает. Банковские карты на его имя не выпускались и в соцсетях тоже не зарегистрирован. Ну а фотографии хотя бы есть? Да, 3-летней давности, черно-белая. Вот. Я послал запрос в Москву. Ну, вы же знаете, это не скоро. А, интересная техслужба откопала, что вчера Фулина сняла со своего счета 2 миллиона рублей. Интересно, а дочь об этом знает? В том-то и дело, что нет, и деньги пропали. Проверили записи с видеокамер в турагентстве. В 23 часа Василий Глушко, водитель турагентства, поставил свою машину, зашел в офис и до утра не выходил. Отсмотрели только за вчерашний день? Да. За другие дни надо тоже. Хорошо. Жена звонит. 5 лет сегодня у внука. Гости собрались. Вика, вот вы еще молодая. Много вы не понимаете. Думаете, что жизнь из одной работы состоит? Я тоже так думал до 50 лет. Но только сейчас начал осознавать, что многие дела досконально помню. А в днях рождения детей путаюсь. Даже не заметил, как они выросли. Внука хотелось бы не упустить. Идите, Андрей Викторович. До завтра. Точно? Точно. Ну, вы тут без меня не засиживайтесь. Катя! Буду через 5 минут, как штык. Что ты мне звонишь на работу? Ну, у меня внуков нет, поэтому я погнал ловить мимо. А я буду смотреть видеозаписи. Когда работаю, нет. Виктор Игоревич, мне нужен ответ на запрос по Дмитрию Конишину. Завтра. Завтра все будет. Все, иди уже спи. Поняла. Ух ты. Лиманов, привет. Что делаешь? Ты не жди, приезжай в СК, меня заперли. Да что ты ржешь? Я серьезно. Жду. Я здесь. Ты где? Я здесь. Оу, что за блеск я вижу на балконе? Там брежет свет. Джульетта, ты как день. Встань у окна, убей луну соседством. Лиманов, мне не до Шекспира. Дойди до охранника, скажи, чтобы открыл. И завтра над тобой будет ржать весь СК. У тебя балкон рядом. Лезь на него. Ты с ума сошел? Давай тут невысоко. Я тебя поймаю.
Накормлю тебя ужином. Заодно расскажу, что я раскопал за сегодняшний день. Только ресторан выбираю я. Хорошо. Тогда идем в Волжскую Ривьеру. Романтично. Пойдем. Вам помочь с выбором? Ой, мы у вас ели вчера такого вкусного сама. Вот, вернулись за ним. Это наше фирменное. Скажите, а живая музыка будет? Нам вчера гитару обещали. Дениса Велицкого. Мы пришли в 11, никто не играет. Денис ушел как раз около 11. Обычно он до 2 играет, но вчера очень спешил. А сегодня его пока нет. Если хотите, я могу узнать. А, да нет, спасибо. Несите сам. Я сейчас приду. Следственный комитет. Здравствуйте. Здравствуйте. Велицкий объяснил вам, почему вчера раньше ушел? А, у него программа до 11, а дальше по его желанию, если гости попросят. Вчера он заказал ужин в номере шампанское. Где у вас вход в гостиницу? Вон туда. Спасибо. Он заранее не бронирует, поэтому мы ему любой свободный номер даем. Вы знаете, у нас недешево. Он, небось, все заработанное за вечер на номер с шампанским спускает. А как же? Такую шикарную бабу сюда водит. Эту? Ага, эту. При живой жене, представляете? А Марина такая хорошая женщина. Эту козлину души не чает. А вы знакомы с Мариной? Ну, конечно. Знаете, терпела я все это безобразие, терпела. Вот недавно встретила на днях, подошла и всю правду матку прямо в глаза рассказала. Ой, правильно сделала. Вчера-то эта бесстыжая не пришла. А вы что именно расследуете? Убийство этой бесстыжей. Да вы что? Хотел рассказать, что узнал про Лилию. Но ты так долго ходил, что мне пришлось построить целый флот. О, прекрасно. Ну, рассказывай. Если вкратце, то водитель автобуса ее узнал. Даже хотел взять автограф, но не решился. Она вышла в районе большого села. Завтра я туда поеду. Ты со мной? Нет. У меня появился подозреваемый с железным мотивом. За такое запросто можно убить. За что? За измену. Так и не простил меня? Ой, давай не будем. Я думал, мы в Ярославле все обсудили. Сереж, ты для меня просто фигурант по делу твоей пропавшей жены. Вот и все. Сейчас, секунду. Андрей Викторович, Марину Велицкую нужно срочно доставить в комитет. Да вы что? Ну, по закону ночные допросы запрещены. Завтра доставим в лучшем виде. Ёлки-палки. Завтракать будешь? Лиманов, выйди. Яичница.
как ты любишь. Слегка подгоревшая. Спасибо. Ты чё крадёшься? А ты чего не спишь? 5 утра. Завтрак тебя готовлю. Ты мой хороший. По-моему, все сгорело. Дай бог с ним. Здравствуйте. Здрасте. Виктория Александровна, у нас Велицкая пропала. Опустили? Я же говорила, вчера ее надо было задержать. Говорили. Муж ее где? У нас сидит. Хорошо, хоть его привезли. Еще одного трупа нам не хватало. А мы его не привозили, он сам пришел. Зачем? Заявление писать о пропаже жены. Она у него дома не ночевала. Заявление примите. Велицкую срочно в розыск. Жалко, убийство не маньячное. Жена убила любовницу. Бытовуха. Скучно. А может, все-таки не жена? Узнаем, когда найдем. Ясен пень. Минус соперница, плюс 2 ляма. Нехило такой расклад, да? Слишком просто. Слишком просто. Лишнего не болтай. Василий, извините, пожалуйста, это Соня Фулина. А вы можете сейчас приехать к нам домой? Мне просто кажется, что здесь кто-то есть. Владельцев засветившихся в парке телефонов проверил, тоже глухо. Угу. Москва прислала ответ по сыну Фулиной. Парень с богатой биографией. После развода родителей Дима жила с отцом. Отец повесился практически на глазах у сына. Фулина забрала его к себе, однако же и месяца с ним не прожила, а отдала в психоневрологический диспансер в Москве. Не навещала его и после окончания учебы не забрала. Почему отдала в интернат? Ну, как говорят работники диспансера, у него была маниакальная одержимость матерью. После смерти отца он боялся, что может ее потерять, и постоянно ходил за ней и по ночам связывал веревками. После рождения своей сводной сестры Софии пытался задушить ее. После того, как достиг совершеннолетия, был снят с учета в психоневрологическом диспансере, закончил цирковое училище, не привлекался. Вот как он выглядит сейчас. Так это же наш мем. Да? Дмитрий, конечно, нелюбимый сын. Неужели никаких зацепок? Да я уже сутки за ним гоняюсь. Гостиницы, магазины, транспорт нигде не засветился. Мы уже кучу народу опросили, все бестолку. Не может же он жить под землей. Хотя я парочку мест таких тоже проверил. Телефон Конишина отключился вечер убийства за час до смерти Фулиной. Алло. Виктория, это Василий, водитель из Анфи. За Соней кто-то следит, я еду к ней. Что мне делать в данной ситуации? Вдруг там убийца? Я сейчас приеду. Вот и объявился наш Дмитрий у дома сестры. Как бы чего ни натворил. Вот зря его с учета сняли. Я к Софии, а вы ищите Велицкую. На, попей. Здравствуйте. Соня, скажите, пожалуйста, вы его видели в саду? Я не знаю. Это мой брат? Да. Почему мама его скрывала? Дело в том, что в детстве он пытался вас задушить.
Простите, мне надо на воздух. Нужно подкрепление. Оцепляйте район. Сумка Велецкой? Так точно. Виктория Александровна, серия у нас. Маньяк. Убил, покрасил. Почерк одинаковый. Почти одинаковый. Как вы видите, в Угличе нашли мертвую женщину, покрытую бронзовой краской. Второй труп за 2 дня. В городе орудует маньяк, который убивает женщин и делает из них статуи. Кому адресованы эти зловещие послания? Предстоит выяснить следствию. Начнем с вас. Время смерти Велицкой вчера около 23 часов. Ее задушили, потом воткнули в грудь нож. Но не такой, как в случае с Фулиной. Броневой канал отличается. Как и в прошлый раз, ни ножа, ни орудия убийства не нашли. Душили не ремнем от сумки? В странгуляционной борозде частицы кожи черного цвета. Но с сумкой Велицкой материал не совпал. Что насчет ожога? На шее жертвы 2 ожога круглой формы. Диаметром около 5 миллиметров, на участке до 3 сантиметров. Следы от шокера. Готов сравнительный анализ краски? Да. Бронзовая краска с первой и второй жертвы отличается по составу. Первая – акриловая аэрозоль, вторая – аэрозольная автоэмаль. Слушайте, вероятно, первое преступление было спонтанным, а второе – спланированным. Да, ко второму убийца подготовился. В этот раз он взял с собой шокер, чтобы обезвредить жертву. И подготовил орудие убийства. В прошлый раз у него не хватило краски, а в этот раз труп покрашен целиком. Угу. Наш главный подозреваемый – Дмитрий Конишин. Вероятно, имеет психическое расстройство – обида на мать. Он приезжает в Углич, но Фулина его игнорирует. Затем она решает от него откупиться, снимает со счета 2 миллиона. После экскурсии говорит водителю, что прогуляется. В отеле ее ждет любовник, но она туда не попадает. А утром находит ее покрашенное тело в парке. Слушайте, все сходится. Конишин ненавидел мать, она его бросила. Жизнь в интернате не сахар, это понятно. Он на эмоциях ее убивает, красит свои краски и забирает деньги. Ну, мотив убийства Фулина непонятен. А Велицкая-то тут при чем? Псих. Псих, он и в Африке псих. Понравилось убивать, убил подругу матери, а? По домам набережной прошлись, жители опросили, голяк полный. Что по Конишину? Да ничего, нет его нигде. Я думал, он сбежал, учил из города, пока он сестру не начал кошмарить. Сегодня по новой все пропахали, даже церкви, музеи. Что? Да из ночи на ногах. Вик, надо поговорить. Что, не нашел ее в большом селе? Нет. Ясно. Подожди минуту. Хорошо. Я просто не понимаю, как в нашем маленьком городе можно куда-то пропасть. Ведь он должен где-то спать, где-то покупать еду. Я чую, мы что-то упускаем. Если бы Виктория Александровна его не упустила, нам бы кинуло бы сейчас сюда. Прочесали бы весь город с собаками. Может, что и вынюхали бы. Слушайте, ребята, а я, кажется, понял. Единственное место, где он может получить еду и жилье и остаться незамеченным – это же монастырь.
По монастырям надо искать. Гениально, уже выполняю. Нет, вам надо остаться с Соней Фулиной. Есть. Да. Извините, коллеги. Какая информация по Лиле? Короче, я своих поспрашивал, как вы просили. Один подвозил ее. Узнал. Даже сначала не поверил, что в маршрут его развалюхи ехала звезда. В общем, высадил он ее на конечной, в Улейме. И еще, после вас подкатил один бугай. Сказал, что журналист. Да понятно, что брехня. От него зоны за километр несет. Я ему ничего не сказал. Спасибо. Не нравится мне это все. Странно. Она вышла у Большого Села и поехала до Улейма. Можно же было напрямую. Почему на автобусе? Почему она не села на такси? Ну а что тут непонятного? Она виляет, заметает следы. Твоя жена от кого-то прячется. И этот кто-то следит за тобой. За мной? Лиманов, включи мозги. На какой автобус до Ярославля села твоя Лиля, знает только мой коллега Грач и ты. Ты тоже знаешь. Смотри, в Улейме есть женский монастырь. Может, она там спряталась? Какая этот ваш псих? Стоять! Ты что, меня не слышишь? Я говорю, за тобой следят. Иди в гостиницу и сиди тихо. Иначе я тебе помогать не буду. Я и так уже все сам делаю. Послушай, у нас второй труп. Мне надо обыскать дом убитой. Я закончу, тебе помогу. С какого перепугу мне эту Соню охранять? Я опер, я должен маньяков ловить, а не девочек караулить. Ясен пень, мим перетрусил и сидит в монастыре, не дергается. Иди, бери его, тепленьким. Я его возьму. Ты куда? Только ей не говорите. Кто там еще? Бывшая подруга и конкурент вашей матери сегодня убита. Да у вас вообще, что ли, совести нет? Вы к ребенку лезете. Давай иди отсюда. И ты, Варя, хорош внимательно. Не понял, что ли? Бегом отсюда, все. Бегом отсюда, быстро. Сейчас собаку спущу. Сонь, надо бы пересидеть в тихом месте. У Анфи же за городом домик есть. Может, туда, в Покровское? На речке искупайтесь. Нервы успокоите. Да я плавать не умею. Да там красиво, тихо. Никаких журналистов. Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, собирайся. Денис Олегович, знаете пароль от ноутбука вашей жены? Да. Денис латинскими буквами. 2109. День моего рождения. Денис, почему вы не сказали, что Фулина ваша любовница? И что вы ждали ее в отеле в ночь убийства? Да потому что я дурак. Я не хотел, чтобы Марина знала. Аня была просто так. А Марину я любил. Как же так? Я нашел кое-что. Занятный документ. Вчера его удалили, я восстановил. Я узнала, что муж меня изменяет и следила за Аней. Видела, как ты ее убил. За половину денег все забуду. Когда это было написано? Вчера в 15:32. После того, как мы отпустили Велицкую из комитета. Угу. Вот и мотивчик у нас нашелся. А Мим, значит, никакой не маньяк, а Велицкая его шантажировала. Возможно. А кому отправлено было это письмо? Никому. Секунду, гляну память принтера. Ага. Оно было распечатано вчера в 15:33. Угу. Значит, Велицкая кому-то отнесла распечатанное письмо и кому-то ему отдала. Но кому? Надо выяснить, где она была и что делала в это время. И отследить ее перемещение по телефону. Угу. Точно.
Вика, угощайтесь. Нет, спасибо, не до этого. Едем в этномузей в Ивашково. Что там в Ивашково? Вчера, по моей просьбе, ваши ребята пробили биллинг Велицкой. С 15 до 16 она была дома, потом ее телефон переместился на пристань, потом в Ивашково. В 23 часа она вернулась домой и выключила телефон. Я позвонила в ее турфирму, оказывается, у них заболел гид, и она сама провела экскурсию. То есть с момента написания письма до ее смерти она была в музее. Слушайте, так она же там могла контактировать с убийцей. Вот я и хочу это выяснить. Чего сидим? Мы должны уже давно быть в Ивашково. Поехали, поехали, давай быстрее, поехали! Гости дорогие, кто к нам приехал? На лошадках хотите покататься? Не туристы, следственный комитет. Нам нужно вам задать несколько вопросов. А, ну хорошо. Пойдемте, пойдемте. Так, вот это мы вчера, часов в 10 вечера. Угу. То есть Велицкая была здесь с 6 до 10 вечера и никуда не уходила? Да нет, ну что, у нас программа очень насыщенная. У нас лошадки, ремесла, сказки. Слушайте, ну раз уж вы приехали, может, на лошадках покатаетесь? Нет, спасибо. Нам некогда. Да, да, хорошо, хорошо, спасибо. Водитель говорит, что взял Марину возле ее дома и высадил после экскурсии там же. Это было около 11 часов вечера. И в это же время у нее отключился телефон. Получается, убийца ждал Марину около дома. А зачем? Ведь она не могла отдать ему письмо. У нее для этого не было ни времени, ни возможности. Так, стоп. А если это не Марина писала письмо? Кто? Кто? Может, Денис решил убить Марину? Сделал вид, что это якобы она написала письмо убийце, за это ее убили. На самом деле он сам убил ее. Слушайте, а ведь он единственный, кому выгодна смерть Марины. Он наследует ее бизнес, недвижимость. Надо проверить алиби Дениса на момент смерти его жены. Поехали. Дима! Извините, обознался. А Дима ушел. Вы этого, Дима, имеете в виду? Ну да. Вы же из-за кофты. Мы с утра с ним поменялись. Давно он здесь живет? А что? Оперуполномоченный Кирсанов. Мы ищем Дмитрия Конишина. Он же здесь? Вы извините, я без благословения не могу. Вы подождите, а я схожу за отцом Михаилом. Это благочинный наш. Андрей Викторович, нашел. В общем, он реально в монастыре прятался. Короче, я здесь его пасти буду. Ну ладно, ладно, добро, Кирсанов. Вот ты там поосторожнее. О, наш Биби Кинг с 5 вечера до 12 ночи на площади никуда не уходил. Обедал и ужинал под камерами. Значит, он никого не убивал. Но письмо написать мог. Ну зачем ему письмо написать? Чтобы убить свою жену. Виктория Александровна, вы на солнышке не перегрелись, у него же ведь алиби. Чтобы убить свою жену чужими руками. Слушайте, я понял. Денис сделал вид, что Марина знает, кто убил Фулину, да? А на самом деле знает он сам. Написав письмо, Денис вынудил убийцу избавиться от Марины. Хитро. Работайте, Андрей Викторович, работайте. Биби Кинг. Дмитрий пришел к нам недели две назад.
исповедовался и попросил пожить. Мы ему послушание дали. Он помогает нам с ремонтом трапезной, церковь прибирает после службы. Иногда он отпрашивается в город. Говорит, что у него там работа, и с матерью повидаться. А позавчера тоже отпрашивался? Он просил благословения, да. Но утром не пришел на службу. Не похоже на него. Если я вам не нужен, то я пойду. Да, конечно. Спасибо. А вы его сегодня видели? Да, утром. Потом еще днем прибегал с расцарапанной коленкой. Я рану обработал, а он потом снова пропал. Может, какие-то вещи он оставил? Да, вон телефон его валяется. Хлам. Батарейка садится, он даже с собой его не берет. Кстати, а на что он, ну, кофту поменял? Снотворное. Я рану пока обрабатывал, он в аптечке увидел, сказал, что спит плохо. Ну, я и дал. А вы, если Диму найдете, скажите, чтобы он телефон мой вернул. Конечно, ваш телефон. Соня, вы поели, а? Не хочу. Тут так душно. Зря мы сюда приехали. Лучше бы дома остались. Там как-то уютнее было. Зато здесь спокойнее. Ладно, пойду прогуляюсь. А как вы думаете, если я сейчас умру, я увижусь с мамой? Соня, да откуда вообще такие мысли? Мы все рано или поздно умрем, но лучше поздно. Вы же еще совсем молодая, и вам теперь надо жить и за себя, и за маму. Ладно, идите в дом, отдохните, нечего тут комаров кормить. А я пойду порыбачу. Ухи на ужин наварим. Здравствуйте. Молодой человек, сюда Мирянам нельзя. А, дело в том, что я ищу свою жену. Здесь нет жен. Все невесты больше. Так, а я могу поговорить с настоятелем или настоятельницей? Кто вас здесь был? Она сейчас, к сожалению, занята. Мне нельзя. Посмотрите, может быть, вы здесь видели эту девушку? Лилия зовут. А вы не вместе с мужчиной, который про нее расспрашивал? Пугай. Да, крупный такой. Да вот только что приходил. Уже говорил, что муж. Вот, правда, фотографию другую показывал. И что вы ему сказали? Люди здесь? Молодой человек, люди идут сюда молиться и трудиться. Их заботами благоукрашается дом Божий. Если ваша жена не сказала, где она, то не стоит ее покой нарушать. Ступай с миром. Спасибо. Денис Олегович, это вы писали это письмо? Нет, я этого письма не писал. Если вы знаете, кто убил вашу жену и любовницу, и молчите, то усядьте как соучастник. Оно вам надо? Смешно. Я понимаю, вы меня обвиняете
только потому, что нашли в компьютере Марины какое-то письмо. Но я-то тут при чем? Ну, потому что письмо написали вы, и мы это можем очень легко доказать. Да. Ваша соседка весь день провела на участке и видела, что к вам за целый день никто не приходил, ни одной живой души. А вы целый день были дома. Соседка? Да. Да мало ли, что она вам наплела. Так вы были дома или нет? Был. И что, вы хотите сказать, что кто-то проник в ваш дом и при вас написал это письмо? Слушайте, вы какого черта ко мне привязались, а? Вы не можете поймать убийцу и вешаете на меня всех собак. Ну давайте еще что-нибудь на меня повесьте. Давайте, я убил Аню, Марину, Джона Леннона. О, царевича Дмитрия я тоже убил. Всех я убил. А я бы на вашем месте подумал. Посмотри за ним. Виктория Александровна, Велицкий пошел в отказ. Ну, естественно. А откуда он узнал, кто убил Фулину? Ну, я смотрю, вы, наконец, увлеклись расследованием. С вами увлечешься. Так, значит, Велицкий во время убийства был в гостинице, так? А вот потом я проверил его передвижение по биллингу телефона. После гостиницы он пошел к Анфии. Видимо, хотел найти Фулину, потому что ее телефон уже был выключен. Но что он мог видеть возле агентства? Я посмотрел по камерам, там пустой двор, машина, все, больше ничего. Надо перепроверить. Привет. В кадре кошка есть, а здесь через доли секунд нет. Чудесная телепортация кошки. Видео склеили. Все, что было после 23 часов, стерли, а потом заново записали. Но кто? Василий вел машину. И к тому же он был в агентстве всю ночь. Ага, и Василий подделал видео для того, чтобы обеспечить собственное алиби. Да, к тому же он айтишник. Вполне мог. А что же видел Велицкий? Он искал Фулину, пришел к агентству и увидел Василия, паркующего служебный автомобиль. Вы сказали ему, что Фулину убили после 23 часов вечера. Он понял, что видел Василия после убийства. Сложил 2 плюс 2, понял, что Василий убийца, и решил одним махом избавиться от жены и разбогатеть. Слушайте, запись можно восстановить. Отлично. Василий не отвечает. Так. Соня тоже не берет трубку. Но ведь рядом с ними Роман. Я займусь восстановлением записи. А вы узнаете, был ли у Василия мотивчик? Адрес я вам достану. Хорошо, спасибо. Если только котик. Аккуратно играй. Добрый день. Здравствуйте. Виктория Беляева, Следственный комитет. Есть минутка? Конечно. А вы по поводу Васиной начальницы? Да. Вы не знаете, где Василий? На работе, как обычно. А он просто на звонки не отвечает. А он, наверное, на беззвучный поставил. Он, когда за рулем, всегда на беззвучный ставит, чтобы не отвлекаться. Он осторожный водитель. Ни одного происшествия, ни одной аварии. Маруся так на папу похожа. Да, Маруся папина доча. Папа у нас хороший. С
самый лучший на земле. А почему вы так решили? Наш папа умеет творить чудеса. Да? А какие чудеса? Ну, это личное. По поводу Марусечки я сглазить боюсь. Ой, я как мать вас очень хорошо понимаю. У вас тоже дочка? А где она? Ой, нет, у меня сын. Он дома сидит, пока я работаю. Ну, что за чудеса творит ваш папа? А у Маруси полгода назад обнаружили порок сердца. Врач сказал, что время на часы идет, надо спасать дочь. А госпитализировать по квоте через полтора года, там очередь на бесплатную операцию. А вчера Вася сказал, что договорился. Послезавтра Марусечку кладут на операцию. Это ли не чудо? Чудо, конечно. Ладно. Спасибо вам большое. До свидания. Не за что. До свидания. Машина приехала в агентство около полуночи. Этот кусок видео вырезали и заменили его другим. Алиби себе гад обеспечивал. А это старый дурак прохлопал. Да, Виктория Александровна, только собирался вам звонить. Вы абсолютно правы, на записи... Андрей Викторович, где Роман? Он не отвечает, я не могу найти ни Василия, ни Соню. А вы сейчас где? Я за вами приеду. Я около дома Василия. Хорошо, ждите. Если бы ты знал, Аркаша, как я влип. Так, слушай, пробей-ка мне телефон нашего Ромки, где он сейчас находится. И позвони мне, хорошо? Василий – железный мотив. Ему нужны были деньги, он дал взятку врачам, чтобы спасти дочь. Позвоните Роману, убийца рядом. Пускай задерживает. Вика, а Роман не там. В смысле? А где он? Yeah.
убил маму! Еще как убил! Ты ж деньги ей в лицо швырял, котеныш! Так! Как вы узнали? Так, это были вы! Заткнись, щенок! Мне все равно никто не поверит! Если здесь кого-то убили, вы вылетите из полиции по полному несоответствию. Вообще-то я вычислил убийцу. Прости, девочка. У меня нет выхода. Нет, пожалуйста, не надо. Вот они! Это все ради Маруси! Нет, не убивайте! Все на берег, быстро! Дмитрий Конишин, вы задержаны по подозрению в убийстве Анны Фулиной и Марины Велицкой. Ошибся ты, молодой. Вот это вот наш убийца. Осуждаете меня? Да я же вижу, что осуждаете. Не хотел я Анну убивать. Денег я у нее в долг попросил. Я же ей сказал, что до конца жизни на нее пахать буду. А она – тварь. Откуда вы узнали, что у Фулиной в парке будут с собой деньги? А я и не знал. Она попросила меня съездить с ней на встречу с этим психом. Сказала, что если не придет через 10 минут, прийти в парк. Не нужны мне твои деньги! Вот там я и увидел деньги. Умоляю вас, дайте мне эти деньги в долг. Мужик должен зарабатывать, а не попрошайничать. Вы все равно хотели эти деньги отдать. Я умоляю вас, у меня дочь умирает. Не грузи твоими проблемами, у меня своих выше крыши. Вась, ты чего? Я умоляю вас, Анна Петровна. Вася! Анна Петровна, я умоляю вас. Василий! Да ты чего? Тихо, Анна Петровна! Тихо, 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 тихо! Тихо, Анна Петровна, тихо, тихо, тихо! Пацан свои вещи забыл. Чтоб на него подумали, я тело покрасил, а шапку и нож по парку раскидал. Труп ножом ударил, чтоб было на шизу похоже. Марину тоже убивать не хотели? А Марина меня шантажировать начала, денег просила. С ней у меня разговор был короткий. Подкараулил возле дома и... Не было у меня вариантов. Я ребенка своего спасаю. А чужих детей убивать можно. Этот псих вообще никому не нужен. А вот Соня... Да не жалею я ни о чем. Мне теперь все равно, что со мной будет. Главное, что у Маруси все хорошо. Ладно, все, хватит разговаривать. Двигайся! Заводи, поехали! Виктор Александрович, в общем, виноват. Простите, что сразу вас не послушал. Все могло плохо кончиться. Вы хороший опер, Рома. Ноги у вас что надо, а мозги и чуйка отрастут. Мир. Мир. Thank you.
Привет. Лиманов, ты где? В гробу. Это что, шутка? Похоже, я все еще в Николо-Улейском монастыре. Никуда не уходи, я еду. Никуда не уйду. Ты правда мой брат? Ты виделся с мамой перед смертью. Расскажи. Она сначала не хотела видеться. Бегала от меня, будто я псих какой-то. А я ведь ради нее сюда и приехал. Интервью ее случайно увидел в сети. Ходил, просил ее встретиться. В итоге она сказала, давай в парке в 11. Я так обрадовался. Я этому сам научился в интернате. Ну, я не только это умею. Я и училище цирковое закончил. Сам поступил. Дипломы у меня есть. Чего ты хочешь? Я искал тебя долго. Я же не знал, что ты переехал. Я рядом хочу быть, общаться. Ну, как семья. Дима, тебе сколько? 23? Ты же взрослый. Зачем тебе мамина юбка, ей-богу? Вот. Тут 2 миллиона. Приличная сумма, но за мое спокойствие не жалко. Я так ждал, что ты меня заберешь. Мама. Не называй меня так. Ты просто ошибка молодости. Бери деньги и уезжай. Больше не хочу тебя видеть. Не нужны мне твои деньги! Когда новости увидел, сразу понял, что моей краской это сделали. Понял, что надо спрятаться. Но я должен был с тобой познакомиться. Сказать, что это не я убил нашу маму. Понимаешь? Нашу маму. Ведь мы теперь семья. Семья. Костлявый. Подвинься. О, Господи. Пока еще нет. Пролез таки. Почему я не мог ее открыть один? Лопата стояла в распор, вот крышку и заклинила. Пойдем, покажу тебе, где видел Лилю. Ты занимайся Лилей, а я займусь тем, кто тебя сюда засунул. Спасибо. Уйди с дороги, Лиманов! Уйди с дороги, я сказал! Ты что, меня не понял? Я сказал, с дороги ушел! Ты что, меня не понял? С дороги!
Отпусти ее! Не на того силы тратить. Дай сюда. Твоя жена убийца, Лиманов. Что за бред? Не лезь в наши дела! Вы задержаны. Следственный комитет. Ну, а этот что? Молчит? Молчит. Я же тебе говорила, что твоя Лилия не такая простая. Возвращайся в Москву. Местные разберутся. Неа. Я здесь буду искать. А этому я не верю. Она не может быть убийцей. Ты все такой же упрямый. Видимо, недостаточно. Наши с тобой отношения так и не смог спасти. Сереж, что было, то было. Тех чувств не вернуть. Это за мной. Ты точно не хочешь в Москву? Не. Ну что, давай прощаться. Давай. Виктор Игоревич. Прямо сейчас еду.